Место для игр и активного отдыха. Среди частных домов в микрорайоне Старый аэропорт появилась детская игровая площадка. Она учитывает интересы детей различных возрастов. Обустройство общественной территории стало возможным в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе наш регион, наравне с другими субъектами, получил уникальную возможность привести в порядок общественные территории. На открытии детской игровой площадки побывала Ирина Нежалова. Среди частных домов микрорайона «Старый аэропорт» появился яркий островок для детских прогулок и активного отдыха. Здесь есть горка, качели, домик для малышей и спортивные элементы для ребят постарше. Одним словом, все самое необходимое для активных игр и отдыха детворы. Я буду здесь играть. Она мне нужна, чтобы играть здесь с друзьями. Конечно, довольна. Хоть детям где-то вот тут вот походить, да пообщаться. А то мы живем в аэропорту и не знаем даже людей, кто здесь живет. Давно вопрос стоял. Ну вот сделали благодаря нашему старосте. Благодаря старости Виктории Бобровой и активным жителям микрорайона давняя мечта обустроить в жилом секторе детскую игровую площадку осуществилась. В 2014 году был выделен участок под строительство. В 2016 году по просьбе жителей я обратилась с наказом депутатским кандидату в депутаты Госдумы Коткину Сергею Николаевичу. И мы получили ответ, что в 2017 году в микрорайоне будет построена современная детская площадка. И вот действительно в 2017 году заявка ТОСа на включение в комфортную городскую среду была удовлетворена. И в этом же году, в 2017-м, построили детскую площадку. Еще на начальном этапе жители микрорайона активно обсуждали проект будущей игровой зоны. Она должна была учитывать возрастные особенности детей. Все жители могли посмотреть этот проект, высказать свои замечания и предложения. Эти замечания поступали, проект совершенствовался. Тоже благодаря и по инициативе жителей самих, в результате чего появилась вот такая площадка, где учтены все предложения. Все предложения активистов были учтены, а проект воплощен в жизнь. И сегодня состоялось торжественное открытие игровой площадки, о которой так долго мечтали взрослые и дети. В церемонии открытия приняли участие староста микрорайона Виктория Боброва, представитель подрядной организации Аскендер Абакаров и глава администрации города Олег Белак. Что касается ТОС «Старый аэропорт», я думаю, у нас еще здесь много мероприятий предстоит по благоустройству территорий. Хочу сказать, что со стороны администрации города мы всегда открыты для диалога и для поддержки красивых инициатив, которые направлены на благоустройство нашей городской среды. Появление детской игровой площадки стало для местных жителей настоящим праздником. Через пару лет в микрорайоне появится и спортивная площадка. По словам старосты, объект включен в муниципальную программу строительства на 2018-2022 годы. Сейчас решается вопрос о выделении участка. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север».